где совы сейчас? А во втором сколько сейчас? А почему я туда? Там что уже на улице прохладно. Прохладно, да? Да. Совы замерзают. О, а Ольге-то самую зиму там. Нет, не что, во время экскурсии можно будет уходить или там совсем все? Посмотрим. Все решим, вопрос. Все, вопрос будет экскурса. Переведи обратно. Вот автономку, конечно, не бывает на полезе. Но если будут деревья побольше, соответственно, можно будет что-то придумать, чтобы там помыть, потереть. Да не, я научу не помочь.